сьогодні на Майдані. От він. Молодий чоловік. Підпрацовуємо. Ну, Банкова 2. Хіба 2? Мені здається, що 3, 4. Да я не знаю, Дмитр ведает, как это работает. Скажу пару слов перед тем, как выконать песню. Значит, учора в Беларуси национальное коло отзначали День Героев. Початок был 27 листопада, початок Слуцкого збройного чину, Слуцкого антибольшевицкого повстання у 1920 году. С этой нагоды я учора выступал у Львове, мы ладили акцию. Давали пресовую конференцию. Я приехал из Беларуси в Минск адмыслово, как поудельничать во вчерашней акции, как поудельничать так само и в сегодняшней акции. Мушу сказать наступное. Учора я, как представник Беларуси, от Комитета солидарности с Украиной, белорусского, так само был представник Белорусского дома в Варшаве, представники белорусской супольности у Львове, белорусской организации «Руху солидарности» разом. И, безумовно, все выказались еще раз за то, как Михаилу Жизневскому, громадянину Беларуси, было нададено звание Героя Украины. То, что учора господар Порошенко сказал батьком Михаила, уручивший орден Героя Небесной Сотни. Так, але нам бы хотелось, как громадянин Беларуси, який отдав життя за будущину Білорусі, будущину України. І, відповідно, Білорусі всі пам'ятаємо льозунг, під яким воювали білоруські повстанці неодноразово, за нашу і вашу свободу. І він ахвірував своїм життям не тільки для України, а і для Білорусі. Тому що тільки разом ми здолеємо переодолити і внутрішнього ворога у якості і бюрократії, і ахлократи, і олігархи, і гэтак само знешнього ворога. А ворог у нас знешній один. Гэта Росія. Все ви гэта видатно ведаєте. І Україна, на жаль, сьогодні прийняла гэты удар усходнього драпежника, усходньої орди. І з'являється зараз головним чинником, першим на фронті. На жаль, на сьогоднішній момент гэты фронт не віртуальний, а фронт гэты рэальны, вось які стрымлівае гэту усходнюю ардынскую навалу. Больш за тое, так атрымалася, што тыдзень таму на Украіне роўна тыдзень таму быў дзень годнасці і свабоды. З гэтай нагоды ў Менску ладзілася акцыя ў падтрымку, акцыя салідарнасці ў падтрымку Украіны. Вось я там выступаў. Ось, были собраны ахвірування грошовые и передадены на Украину у подтримку пораненным. Да. Больш за тое, 21 листопада так склалася у гэты самый день было православное свято архистратига Михаила. Сёння просты день мы зладзілі акцию за тое, каб Михаилу светлой памяти надали звание Героя Украины. Это символично. Я спевал там песню «Конные анелы», присвященную крылатым гусарам Великое князство Литовское. Я думаю, будет до речи выконать. Я... Кольки дзён у сёдалах, нудзімся без бою. Няў хуморы ротмістар, дзе ж той трэці Рым? Глядзіць невясёла, малады паштовы, толькі сцяг над анамы, німбам на вятары. На ўзагон за хеўрай пераход не балізкі, але ўжо відаць далёк ворага ў агні. Что гараць у темры необсяжным прыскам, завтра их отведаем, а покуль отпашни. Крылы за пляшима,
а на крилах воля. У долонях діди, у похвах палаши, берегуть аячину конные анёлы. Ширваню на белым, крыш на прапорцы. Ширваню на белым, крыш на прапорцы. Промні на керасах небесная харугва. Коні нетерпліва, копытами б'ють на холопа у царських хваля і каралужрай. Седаков своїх намётом понесуть. Полк великі спини показав безладі, не стривав удару, хизнувся ти побег. Не стармали чирином, усе могутны радить. Конные анёлы, боги на войне. Крылы за плячима, а на крылах воля. У долонях диды, у похвах палаши, берегуть аячину конные анёлы. Ширваню на белым, крыш на прапорцы. Крылы за плячима, а на крылах воля. У долонях диды, у похвах палаши, берегуть аячину конные анёлы. Ширваню на белым, крыш на прапорцы. Ширваню на белым, крыш на прапорцы. Ширваню на белым, крыш на прапорцы. Дякую. Живе Беларусь! Живе! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Давай. Я не знаю, 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 я не знаю